Эта игра словно кроличья нора. После первых четырех ходов возникает 300 миллиардов возможностей. Это может свести тебя с ума. Вы его научили так играть? Он научился сам. Если отобрать фигурки, он все равно продолжает играть мысленно днем и ночью. По-моему, у него колоссальный потенциал. Американский вундеркинд Бобби Фишер стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат. И что же дальше? Я хочу сыграть с русскими. Они лучшие в мире, и я хочу их победить. Фишеромания захватила страну. Наш гость – мистер Бобби Фишер. Мистер Фишер, вы патриот? Есть люди в верхах, которые заинтересованы в любом соперничестве с русскими. Меня не интересует политика. Вы единственный в стране, кто может бросить им вызов. Бобби Фишер в Исландии готовится к поединку с чемпионом мира Борисом Спасским. Это будет шахматный аналог поединка боксеров в тяжелом весе. Я сыграю только при соблюдении всех моих условий. Минимум 1.5 метра между мной и зрителями. Иначе я будто слышу их мысли. У Бобби большие проблемы. У Бобби признаки паранойи и острого психоза. Эй! Я тебя уничтожу! Я тебя уничтожу! Идет война. Идеологическая война. Бедный парнишка из Бруклина против целой Советской империи. Ты плохо выглядишь, Роберт Джеймс. Они все против меня. И русские, и евреи. Мы евреи. Бобби еврей. Чем вы промыли ему мозги, что он несет этот бред? Людям всегда кажется, что есть много возможностей, но на самом деле выхода нет. Бобби! Он может сломаться. Бобби? Он не сломается. Он взорвется.